С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Елена, добрый день. Не могу удержаться, очень люблю сеть Кофикс, и это вот прям счастье, что сегодня удастся с вами пообщаться. Скажите вопрос, который интересует не только меня. Как вы пережили вот этот коронавирусный удар? Что сейчас происходит? Как вы? Мы хорошо, естественно. Мне очень приятно ваши слова. Мне приятно, что вы любите нашу сеть, что вы поклонник. Мы, ну, коронавирус, конечно, всем компаниям, я полагаю, на рынке дался нелегко. Для нас это в первую очередь, для меня, как для представителей недвижимости, да, в первую очередь, это были вопросы переговоров по аренде, очень иногда непростые, долгие, длительные, я бы сказала, да, и, но мне приятно, что все ключевые партнеры нас услышали, все наши ключевые арендодатели с нами, и по сути, то есть мы пережили, я могу сказать, особенно сейчас, это так приятно уже говорить, когда все позади, мы надеемся, что не будет никаких других волн, мы пережили его достаточно хорошо, мы наоборот аккумулировали все свои силы, мы посмотрели все свои такие какие-то слабые моменты, да, мы пересмотрели какие-то наши арендные отношения, да, смотрели какие-то арендные ставки где-то в каких-то проектах. То есть, ну, я могу сказать, что на текущий момент мы хорошо его прошли, достаточно хорошо его прошли, и очень не просто с надеждой, а мы смотрим очень с большим оптимизмом в будущее и готовы к дальнейшему развитию. То есть, правильно я это понимаю, коронавирус сделал вас только сильнее, мощнее и дал толчок для развития вперед. Да, совершенно верно. То есть мы все-таки оцениваем, что любые стрессовые ситуации, наоборот, дают только еще больше возможностей. И как раз это определенный был такой небольшая пауза, которая позволила пересмотреть все процессы в рамках там, нашей компании и сделать более детально, да, поправить все, что... Все, что было там, когда ты в очень бурном росте, да, то есть наоборот, мы, так скажем, стали более диджитализированы, то есть мы очень многие процессы поставили уже в формат digital, и как раз очень быстро и стремительно пришли к тому, что, ну, ранее мы делали там несколько месяцев, сейчас мы за буквально неделю допилили тот проект, который мы пилили там месяц условно. Большое спасибо за ваш ответ. Я желаю вам процветания. Всего доброго. С вами retail.ru. Не переключайтесь. Да, большое спасибо.